Я Виктория Пименова, приветствую всех зрителей канала 12. Очередной выпуск новостей сейчас готовится к эфиру. И вот лишь некоторые темы, о которых расскажут сегодня наши журналисты. Они уехали на год. Сегодня больше сотни череповчан отправились в армию. На отправке побывали Иван Бурыкин и Сергей Павлов. Еще ближе к банкротству. На предприятии «Вологодский текстиль» будет запущена процедура конкурсного производства. Такое решение принял арбитражный суд Вологодской области. К чему готовиться? Нескольким сотням работников одного из ключевых предприятий легкой промышленности не только региона, но и страны, узнавал Евгений Осколков. Сегодня журналисты и специалисты медиа-центра провели акцию по сбору помощи для животных приюта «Пес и кот». Подробности смотрите в новостях на 12 канале. Итак, не пропустите. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске новостей. Встретимся в этой студии в 20:30.